А поклонники русских народных инструментов смогут проявить себя в 22 марта. В третьей школе начнется региональный конкурс юных исполнителей «Северные самоцветы». Свое мастерство продемонстрируют более 200 музыкантов региона. Учащиеся, преподаватели и концертмейстеры смогут проявить себя как сольно, так и инструментальным ансамблем. Для креативных исполнителей специальная номинация «Art Music». В выступлении будут использовать компьютерные музыкальные технологии. Открытие конкурса 22 марта в 12 в концертном зале 3-й детской музыкальной школы. Ну а чья домра или аккордеон звучат лучше, узнаем 24 марта на торжественном закрытии и гала-концерте лауреатов конкурса.